Kolonu çekeyim. Абраткевич работаю со сборной России по конькобежному спорту. Мы работаем на большой дорожке, как бы 400-метровой, не шорт-треке, но мы решили приехать в Эрензум, потому что в Пьонгчанг. Но она тоже рекордсменка мира на 5000 метров и чемпионка мира два года назад в Солт-Лейке стала, в том году серебро завоевала. Следующая Евгения Лаленкова, она серебряная призерка и бронзовая чемпионата мира по отдельным дистанциям. Елизавета Голубева тоже, она бронзовая призерка чемпионата мира. И у них бронза в чемпионате мира в командной гонке. Да,